Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. В хоккей играют настоящие девчонки. Второй сезон во всероссийском турнире клуба «Золотая шайба». Александра Пенева, нападающий красноярской «Зари», учится играть в канадский хоккей не только в родном селе. Смотрит по интернету матчи национальной хоккейной лиги. Ее кумир Сергей Бобровский – первый и единственный в истории российский игрок, получивший приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. В выставочном матче «Золотой шайбы» со счетом 5-2 команда Александры Пеневой проиграла шершням Пестравского района, но красноярские девчонки готовы победить в регулярном турнире. Мы боевые девочки. Просто нам это нравится. Есть возможность, нужно все попробовать. Главным событием дня стал турнир открытия, посвященный старту регионального этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Тарасова. Четыре сборные команды области – Север, Юг, Запад и Восток – показали, чем они занимались в межсезонье. Организаторы турнира игрой остались довольны. Мы обратили внимание в последние годы подготовки самих тренеров, и, соответственно, методика подготовки она стала лучше. Принципиальным, конечно, является то, что хоккей в наших регионах поддерживается всеми уровнями власти. Это и муниципальными руководителями, и в городских округах, и сам губернатор Самарской области делает очень много для развития хоккея. С каждым годом турнир «Золотая шайба» становится все более популярным. Только в Самаре за призы и выход в областной финал сразится несколько десятков команд со всех районов города. Лидеры «Чайка», «Сатурн» и «Меридиан» готовы побороться за медали и всероссийского суперфинала. Городской этап в Самаре начинается с 5 января 2017 года. Предварительные заявки на участие подали 29 хоккейных команд. Это абсолютный рекорд за последние годы, что, несомненно, радует вот это поступательное движение. С каждым годом число команд, участвующих в городских соревнованиях, увеличивается. Турнир открытия «Золотой шайбы» выиграла сборная «Севера». В финале она разгромила «Восток» 5-2. Третье место у сборной «Юга». Они в упорной борьбе обыграли команду «Запада» 3-2. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.